Всем привет, с вами мой Ястреб, и сегодня я вас научу, как правильно трогаться на мопеде Альфа. Стоп. О, Леха. Первое, что надо сделать, это купить себе экипировку в виде шлема и остальной защиты, там, черепаха и мотоблоки. Все. Дальше, что вам надо сделать, первое, садимся на мотоцикл. Вот. Высоту смотрим, что такое, там, прыгали для уверенности. Поворачиваем ключ, без него никак. Отодвигаем ногу с статера и заводим. Да с первого раза не получится, потому что он тихо дурочек. Я его честно никто не знал. Если заводится с кнопочки, то желательно заводить. Потому что он чуть-чуть дурачка. Дальше. Подойди сюда. Теперь снимаем крупным планом, вот, короче, руки мои. И как я еду. Что делаем дальше? Отойди, пожалуйста. Зажимаем сцепление. Потом втыкаем первую передачу. Вот обойди сейчас, покажу здесь, с той стороны. Вот. У нас здесь вот переключатели. Идет вперед 4 раза, идет назад, она круговая. Включаем первую передачу. Теперь снимаем мою аппаратуру. Вот, все, что вот это было видно. И даем немного газа. И он сам поедет. Дальше есть еще немного другой способ. Вы можете просто легонько опускать сцепление, и он тоже поедет. Только почему-то назад. Вот. Вот такие способы. Но тут надо немного регулировать сцепление. Оно находится вот здесь, так вот, обойдите. Регулировка сцепления жесткости и мягкости находится вот здесь. Вот оно. Оно крутится вверх-вниз и регулируется. В общем, вот так вот мы трогаемся на мопедах. Но есть у нас профессионалы, и они делают все вот так. Берут включают первую передачу и на максималку раскручивают руки газа. А потом резко его бросают и поехали. Сделай так. В общем, вот так вот мы трогаемся на мопедах. Кому понравилось это обучение, ставьте лайки, пишите комментарии, что может быть там порекомендуете для других, для начинающих. Всем пока, всем удачи, пока.